то самое, это продолжение боевых традиций России. И Федор Иванович Толбухин как раз является примером выдающегося полководца, который начал свой путь военный еще в Первой мировой войне. Далее была война Великой Отечественной 41-45 годов, и закончил он свой боевой путь за рубежом, освобождая Югославию, Румынию, Польшу. Это выдающий полководец, и мы гордимся нашими героями. На наших соревнованиях участвуют спортивные коллективы. Это клуб «Боевого самбо» имени Рената Садыкова «Юго-Восточный Москва». Школа боевых искусств Олега Захарова «Москва». Клуб «Боевого самбо» Московского энергетического института «МИИ Альянс». Полномочный представитель Чувашской Республики при президенте Российской Федерации